Всем привет. Красивая. Ну ладно, ты только проснулась. Так, мы садимся завтракать. Ты себя покажи. Сейчас покажу. Роза Барбоскина. Вот. С понедельника у нас это как новая жизнь. В общем, Лика переходит на правильное питание. Она вчера приняла решение, что хочет попробовать. Заключается это в чем? Она сейчас будет искать рецепт, потому что мне ее накормить очень тяжело по правильному питанию. Но вот на завтрак у нее, правда, одна яичко, желточек она хочет. Чай зеленый с сахаром, но ничего. С сахаром? Да, ты сказал с сахаром. Я сказала без сахара. А, мне просто сказал с сахаром. Ну ладно. Ну, с утра можно. У меня вот такое. Короче, Юля говорила, яичко. Что можно даже с утра брать белый хлеб, мазать его маслом и с чай с сахаром. В общем, у меня с сыром яишенка. Слабонервно не смотреть, не все любят это зельц. На это ароматный хлеб. Я сейчас на него помажу. Вот, кстати, вот обнаружено, у нас есть такой майонез горчичный. Вкусная штука, под зельц очень вкусно. В общем, сейчас мы будем завтракать. Про питание. Про питание, так, она сегодня найдет, да, это рецепты, которые хотела бы, чтобы готовили на неделю. Она выпишет все это, и пойдем купим под это продукты, чтобы у меня уже не болела голова, я ей буду, готовить, то есть у меня будет уже меню. Вот, попробуем. И надо, в общем-то, будем с ней ходить, стараться гулять. 10 тысяч шагов надо... Наташу смотрю, она вот свою завела себе в привычку, она ходит 10 тысяч шагов, и такой у нее марафон, и мне тоже хочется. Я, знаешь, как я с собакой, когда прихожу, я на площадку встаю, отпускаю, и я вокруг. Я тоже так на площадке раньше ходила, но мне вот это нравится, мне хочется просто куда-нибудь ходить, пока лето, надо пользоваться, уже нет такой жары, можно пользоваться моментом и ходить. Раньше мы гуляли, и нормально, вот. Потому что скоро школа, надо входить в тонус, расслабились. Вроде как нас выпускает, господи, я так проснулась. Ой, у меня что-то сегодня спина затекшая. Я сейчас, там было видео, что диван-то нам не привезли, вы уже видели спину, полу. Что-то у меня сегодня все затекло. В общем, ладно, сейчас покушаем и увидим, что будет завтра. Лик сказал вам показать, что я вот с такими. Это я встала сегодня, думаю, завязала себе такие рожки. Уже давно не ребенок, но смотрите, ноготочки накрасила. А, блин, я вам так и не показала, покажу в подружке. Вот я как раз недавно, когда была у Тани, ездила, в общем-то, заезжала в подружку, обещала показать сегодня, остальное покажу, но вот сейчас покажу. Вот таких два лака купила, это мини-лаки, пинкап. Всегда боялась таких цветов. Никогда не покупала. Думаю, ну ладно, со скидкой возьму. Знаете, я знаю, что такие цвета не всегда плохо ложатся. Здесь три слоя, и то, если приглядеться, они... О, уже ободрался. Не всегда плохо, не всегда хорошо. Плохо ложатся всегда. Они неровно ложатся, такие лаки. Вот почему-то мне такие цвета. Ну, чуть-чуть похожу, смотрите, ярко, прикольно, мне кажется. В общем-то, пару дней потом можно стереть, накрасить другими. Все, буду кушать. Мне приятного аппетита, если вы кушаете, вам тоже приятного аппетита. Лика пьет чаечек со мной. Папа на работе, а мы погнали в новую рабочую неделю. Как вам это произведение искусства? Это суп-пюре. Блин, овсяные не выглядят, да, так не очень приятно. Но, во-первых, он у меня получился жидкий. Блин, я воды перелила, я думала, что у меня капусты. Короче, это суп-пюре брокколи. Морковка, лук, брокколи. Вообще, хотела сначала только с брокколи. Но, по-моему, был очень жидкий. Добавила пару картошин. Все равно жидкий. И сливки еще добавила. Сливки не совсем, конечно, это ПП. Но хоть повкуснее. В общем, дайте вот такой супчик. Ну и сама поем такой супчик. Нормально, в принципе. Попить. Не поесть, а попить его можно. В следующий раз попить супчик, да. Буду меньше воды лить. Я была уверена, что у меня просто брокколи больше будет. А что-то он совсем прям, ну правда, жидкий-жидкий получился. Смотрите. Ну ничего, такой перекусить нормально. В общем, на два раза нам слика, я думаю, хватит. Да даже побольше, может быть. Не, он уже не загустеет. Что ты сидишь? Уже приперся, домой. Мы еще не успели с Ликой проснуться толком. Он уже приперся по работу. Работник года. Лика ушла с собакой. У нас на улице солнышко. Что не может не радовать. Тепленько. И Кузька пошла с собакой гулять. Мама поперлась в магазин с подругой, там пришла. Вот. Я сейчас... Лика там составила меню. Слушайте,
Она там такие изыски выписывала. Мне сейчас надо выписать список продуктов, какой надо купить. Теперь ей готовить это еще все. Представляете? Ладно, сейчас мы с Денисом скоро. Лика придет, покормлю, пойдем в магазин. Так, мы сгоняли в магазин. Видите, ну я вам уже показала, обзор продуктов был. В общем, разрезала сейчас арбуз, то, что купили, дыню порезала. Сладкое сверху. Но вот смотрите, вот это место, как около корки, прямо оно зеленоватое и жесткое. Лика кушает арбузик, она ест у нас вот такой ложкой, вообще-то ложка для мороженого. Но она вот всегда вот так любит арбуз. Какая разница? Я сейчас вот этот порежу сюда. Вот у Таньки увидела, помните, мы в стриме ели желтый и... Ну, у нее правда желтый, у нас будет красный. Угу. И будем кушать сейчас. Вот сюда. Так, моя плошечка икеевская, как я и хотела, в общем. Сейчас будем захомячивать. Алика без руки. Рукожоп. Без руки, рукожоп. Рукожоп, рукожоп. Все, зажигалка. У нас вечно в поле какие-то зажигалки, зрение. Вот. Ну все, будем дальше. Денис психует. Короче, мне надо прокрутить. Сегодня будут котлеты. Они там, в этом филе, брокколи, лук. Я говорю, да тут чуть-чуть. Я говорю, ты достань обычно. Даже бабушка пользуется как гринов и вот эту. А у нас есть вот такая еще. Я говорю, ты достань обычно, что там крутить чуть-чуть. Короче, он пока ее устанавливал, у него падало. Сейчас начали крутить, а она просто, ну, не крутит. Он говорит, блин, все, психанул, короче, пошел, достал эту большую. Сейчас через нее прогонит. Ну, еще это просто надо было видеть этот псих, как у него все падает. Ё-моё. Ну, эту мыть просто бандуру мне неохота было. Ну, надо когда-то ей пользоваться, в принципе-то. Поэтому будем. Все. Так, ну что, в общем-то, нажарила я котлет. Котлеты, значит, куриная грудка. У меня две грудки, брокколи и лук. Мы Ой, пахнет не очень. Нравится. Папе нравится, нравится, всем нравится. В общем, перекрутили в этой как мясорубке. Потом я туда добавила яйцо, овсяной муки, столовую ложку, еще добавила укропчика, чесночка и это, соль, в общем-то. И вот Лика, вообще-то у нее такой будет ужин. То есть она ела сегодня на перекус арбуз. Вот. Вкусно очень. Вкусно? Да. Тебе понравилось? Да. Дай бог, ты такой будешь есть. Ну, в общем, вот такой первый день. А? Вкусно? Денис говорит, необычно. Хочешь попробовать приготовить? Котлетки. Попробуй котлеты. Какие? Правильное питание, бабушка. Куриные? Да. Попробуй с брокколи. Чего? Ешь, ешь, вкусно. Ладно, все, приятного аппетита, доченька. Да, спасибо. Сказала, правильное питание, так правильное питание. И вот, видите, вот так он. В общем, у нас вот такая вот механическая, да, это называется? Нет, это какая механическая? Точнее. Простая ручная. А, ну ручная, да. Сок выжималка. Ну да. Вот. На раз выжать очень удобно. Он сок. Ну, в основном грейпфрукт. Апельсин не очень любит. Грейпфрукт для цитруса очень хорошо выжимать сок. Очень удобно. Вот из одного. Сколько получилось-то? Там же есть мерник. Покажи, сколько получилось из одного грейпфрукта у тебя. Вон там 300 миллилитров сока. Вот. Мы сейчас тоже будем кушать. Вот так вот, короче, будет Денис есть. Я, для меня проблема всегда его накормить, если вот так правильное питание. Но он заценил котлеты, говорит, блин, нормальные вообще. Ну, ему еще положена картошка у нас, картошка с мясом. И сделала салат. Я буду потом с таким салатом котлетку кушать. Здесь помидор, огурец и перец. И сделала заправку, укроп, чеснок, масло оливковое. Полила, посолила, перемешала, потолкла и залила заправку. В общем-то, вот так. У Дениса еще свежий сок. Я не могу такой сок пить. Что ты меня смотришь? Типа, отвали, дай поесть. Можно я уже есть буду, да? Ладно, все. Котлеты. Короче, котлеты даже он заценил. Мама заценила. Всем очень понравилось. Действительно вкусные. Вот. Все. Приятного аппетита тебе, муж. Я всем всем приятного аппетита желаю. А, кстати, футболка. Это Лика Денису тогда дарила. У волков глаза светятся в темноте. Не глаза светятся в темноте. Я так и сказала только что. Я только что это сказала. Да. Да. Я повторю. Хожу я в комнату, а тут смотрите, какая. Лика теперь не только нам коробочки вяжет всякие, она еще и стала игрушкой. Смотрите, распорола подушку, Синдипон.
Хотела выкинуть ее, она ее распорола. Ну а зачем? Такая, ну зачем ты так мило сидела, еще сидит, набивает. В общем, первая ее игрушечка будет. Вторая, знаешь, кому будет? Викуша. Викуша, отлично. Ну вот видите, хотела вам более подробно показать, может быть, сейчас вкратце покажу. Мы купили в Икеа Рике вот такое стильное кресло. Оно очень удобное. Вот, и поменяли стол. В принципе, у нее, да, и был такой белый стол, но если вот так, знаете, ей не хватало ящиков. То есть мы взяли, это идет стол, внизу ящик, здесь тумба. Тут тумба. Вот, и докупили ей тумбочку вот сюда. Как продолжение стола. Да, как продолжение стола, она хотела с ящиками. Здесь она еще не до конца убралась, купили коробки. Вот такие, вот видите? Это самая удобная вещь. Вот она себе сделала. Ну, вот здесь она еще цветочки поставила. Ну, она еще, мы, видите, я хотела показать в полном порядке, когда будет, потому что еще не все убрали. Но теперь прям реально смотрится круче, мне так больше нравится. Вы не представляете, сколько... Ну, хотя во влоге вы, наверное, видели, мы выбирали. Очень долго все, да. Выбирали, уже практически ушли, и в итоге я сидела за этим столом. Один, покажи, я вам недавно говорила, что вот я закупалась с подружкой, мне дали... Ну, я показывала этот... подушку. Смотрите, как это выглядит. Круто. Круто. Вот. В общем, сидит, теперь вяжет игрушки. Блин, вот мне так нравятся игрушки, гораздо интереснее. Ну, естественно. Но она вот связала сейчас бабушке такую, как шкатулку. Ракушку, шкатулку, да. Этих вот у нас кружков полный дом. Это я тебе начинала вязать. Вот. Ну, бросает. Ну, правильно, скучно. Но у нас такие кружки есть. Вот. Будем придумать, что с ними делать. Ну, там еще вот. Два кружка лежат. В общем, вот так вот все. У нее тут теперь красота, рабочее место. Но главное кресло. Меня очень, я очень хотела, чтобы уже было у нее удобное взрослое кресло. И прям целая была проблема. Вот видите, она тут вся в телефонах, там, сям, ну, смотрит. Ну, это я здесь смотрю видеоурок, общем, а здесь видео, которое интересно. В общем, вот. Так что вот такая малышка сидит, занимается. Ну, пусть занимается. Я не знаю, сегодня в итоге гулять мы... пойдем или нет. Пойдем. Вот, конечно, мы, я обещала 10 тысяч шагов, но, Ликусь, мне там на кухне после всех готовок убраться. Давайте помогите. Вот. И да, я хочу сегодня в ванну сходить. Ну, сейчас разберемся. Ладно, поговорим еще об этом. Вот. Ну, смотрите, очень клевый творческий процесс. Ну что, довязала она свою первую игрушку. Смотрите, какая мимишная получилась. Очень классно, идем, очень идем. Круто. Ну, засними его со мной. С тобой? Вот. Это моя зеленая. Вот так, первая игрушка. Покажи его еще раз. Вот, да. Решила, что только глазки она хочет на нем сделать. Такой гиперпропорциональный. То ли заяц, то ли мышь, да, то ли как-то кролик. Не похоже, кто... Ну, в общем, это какая-то игрушка. Такой вот. Ну, пусть тренируется. Мне он очень понравился. Вот. Так что, вот так. От шкатулок переходим. Посмотри на нее. От шкатулок переходим к игрушке.